Всем здравствуйте. Приехали с Вороном пробовать открывать рыбалку зимнюю. Не знаю, замерзло, не замерзло. Сейчас попробуем. 4 ноября сегодня у нас. 10:30 дня. Или утра. Да, Ворон? Хатка какая-то здоровая. Орел слетел из нее, по-моему, с нее. На озеро я вчера шорохом заходил. Лед нас держал. Ох, как здесь, не знаю. Здесь могут быть норы тоже андатровские. С краю. По крайней мере, прошлый год были. Нет, вроде нормально. Значит, будем пробовать ловить рыбу. Все, продолбил я вот несколько лунок. Туда-туда. Дальняя вон там. Сюда по центру. И вон там под камышом еще одна. А еще вон там, наверное. Или там нету. И будем пробовать ловить. Ловить я буду пробовать, как в прошлом году. На вот такого горбунца резинового. Мне прямо понравилось. Такая одна у меня единственная блесенка с тройничком. Как в этом году будет, не знаю. В прошлом я был ей доволен. И цеплять было довольно ловко. Так, приступаем. В общем, что я скажу. Рыба здесь размером с блесенку. Сейчас будем ловить ее вот такой мормышкой. От ротана, которая у нас. Ой, от ротана. С рыбалки на карася осталось. Маленько светится. Вода мутная, сантиметров может быть на 20-30 видно максимум и все. Ну и глубина, конечно, тут с полметра, наверное. Может чуть-чуть побольше. В общем, поклевки нет, нет, есть по ункам. Одного вот маленького поймал там. Меньше спичечного коробка. Сейчас будем ловить. Рыба здесь есть и довольно крупная должна. То вот так вот. Будем Ваську хотя бы радовать. Если удастся рыбу наловить. Вот такой вот первый улов. Не всегда у нас действует программа «Поймай, отпусти». Только в тех случаях, когда дома все сыты и довольны. Как-то вот так вот. Вот так вот, вот такой этот улов. Это вам не это. Таких надо еще половить суметь. Никто и не говорил, что будет клевать рыба как сумасшедшая. Да чтоб тебя, кто там такой, все замерзает. Вот он, ха-ха, шансов-то я ему вообще не оставляю. Три уже, три. Ха-ха. Вот так вот тут. Вот так вот вот. Я говорил, их тут два. Минимум. Ну что, вот мой улов. Я таких, наверное, не знаю. С детства не ловил маленьких. Но нужны они нам все равно. Поедем сейчас до другого котлована. Время 12. Чего-то полтора часа, грубо говоря. Просидели мы с удочкой. Рыба так особо и не начала клевать. Так что ладно, спасибо этому котловану. Поедем на другой, пока время есть.
Сейчас сложимся, все в рюкзак и в путь. 20 минут хода, и мы с Вороном на новом месте. Я ожидал, что тут воды больше гораздо. Думаю, под самые кусты. А тут совсем чего-то, ничего. Наверное, глубины нету. Как мне кажется. Ладно, сейчас посмотрим. Продолбимся на серединке. Может, наоборот, вся рыба здесь. Раз в 5 меньше котлован. Ну ладно, пробуем. В общем, было у меня две поклевки. Поймал я одного. На этой лунке еще не пробовал. Поймал на блесну с двумя горбунцами. Сейчас на этой буду пробовать мормышкой. Лунка должна быть волшебная. Вот такого. По сравнению с прошлым местом ловли и прошлыми размерами рыбы, этот огромен. Непонятно как-то. Уплыл. Всяко бывает. Ну, это уже интересней. Ох, все трещит. Лунок надолбил. Да чтоб тебя, прям под лед зацепился. Сейчас мы тут полсотни-то наловим. Хоть ворон травы накушается. Ну вот. Таких мне будет интереснее ловить. Двух штук поймал, уже не зря ехал. Уже по весу больше. Что, прямо кончилось, что ли? Вот он, вот он, вот он. Пошло дело. Я же говорил, волшебная лунка. Ах, прямо нервов не хватает уже. Скоро материться начну. Так, ладно, сейчас я приберу.
хочет по-хорошему, мы его по-плохому сейчас. Это не тот. Однозначно не тот. Ворону даже интересно. Стало стоит, он смотрит. Он где-то прямо рядом, я чувствую. Мне кажется, даже вот где-то он прямо там под лункой. Вот он, вот он, вот он. Колдовство. Ничего проще. Нету. Ну что, супер клёв продолжается. Запускаем. И ждем. Если сам не клюнет, а он сам не клюнет, тогда шаманим. Опять не клюет. О, клюнул. Да чтобы вас всех там. Ворон у меня уже домой хочет. Ну все. И эта удочка у меня им шансов не оставляет. Вот, я уже грустить начал. Сижу, грущу. А он, вот он. Да что ты. Так, эту пока в сторонку. Хитрый, хитрый. Ну что, в общем, собираемся мы. Вот на второй лунке я вот столько наловил. Дома сосчитаю и взвешиваю. Вот самый большой на этой лунке. Ну и все. Собираюсь и домой. И этому котловану спасибо.